Итак, коллеги, ждем еще 2 минутки и продолжим нашу конференцию. Ну что ж, большинство собралось. Итак, приветствую вас, коллеги. Меня зовут Владимир Бабаев. Я инженер по продуктам видеонаблюдения в компании Appymatica. В моем докладе мы с вами рассмотрим новейшие разработки компании MailSight, новые продукты, а также коснемся темы централизованного управления системами видеонаблюдения. Для начала несколько слов о содержании. Рассмотрим с вами дорожную карту, затем перейдем к новейшим продуктам и технологиям. И в завершении я расскажу о программном обеспечении от компании MailSight. Но перед представлением самих продуктов хотелось бы сказать несколько слов про саму компанию. Итак, коротко о MailSight. Основана компания в 2011 году. Центральный офис находится во втором технопарке в городе Сиамень, Китай. Штат компании насчитывает более 80 человек, и половина из этого штата, более 50%, это инженеры R&D и инженеры технической поддержки. Основными продуктами компании являются сетевые камеры видеонаблюдения, сетевые видеорегистраторы, а также софт-серверные системы записи и просмотра. Сама компания позиционирует себя как высокотехнологичное предприятие, которое специализируется на производстве лучших в своем классе решений для IP-видеонаблюдения. Итак, дорожная карта. Сегодня компания производит несколько серий продуктов. Чуть подробнее мы на ней остановимся. На данный момент доступна линейка на чипсете Umbrella. Разделена линеечка продуктов на этом чипсете на миниатюрную серию, профессиональную серию и видеорегистраторы. На сегодняшний день новыми продуктами являются камеры на еще одном новом чипсете High Silicon, поддерживающими 265 кодек. В эту серию входят продукты серии Starlight. О ней мы поговорим немножечко подробнее позже. Далее на дорожной карте представлены новые видеорегистраторы и также представлены будущие разработки. На данный момент идется разработка миниатюрной ПТЗ-камеры, а также камеры фишей, как 180, так и 360 градусов. Во второй части своей презентации я расскажу о новых технологиях и продуктах. И начнем, пожалуй, с технологий. Компания MailSight представляет 4 новейших технологий, которые изменят ваше представление о системах видеонаблюдения. Остановимся на каждой технологии подробнее. H265 – это кодек, которым кодируется видео. High Efficiency Video Coding – высокоэффективное кодирование видеоизображений. Будучи пионером в области использования компрессии H265, компания MailSight уже обладает законченной линейкой IP-камер с поддержкой компрессии кодека H265. Эта технология заделана на будущее. Она является в 2 раза эффективнее модели с поддержкой кодека H264 с точки зрения пропускной способности, места в архиве и скорости потока. При этом сохраняется высокое качество картинки. Следующая технология также тесно связана с качеством изображения, хотя и совсем иначе. Представляю вашему вниманию так называемый Super VDR. Расшифрую WDR или широкий динамический диапазон. Камера MailSight серии H265 – это первая линейка камер, которая включает в себя новейшую технологию WDR 140 дБ.
которая является гораздо более эффективной по сравнению с обычными, с обычным VDR 120 дБ. Эта технология позволяет IP-камере записывать сцены с большей детализацией и с истинной цветопередачей, даже там, где интенсивность освещения значительно различается. Другими словами, за счет серии кадров с разной выдержкой путем суммирования этих кадров достигается эффект одинаковой освещенности по всему кадру. То есть нет ни засвеченных, ни темных участков. Ну и затрагивая тему освещенности, переходим к следующей технологии. Это технология сверхнизкого освещения. Серия Starlight IP-камер Meltsight предлагает лучшую в своем классе чувствительность освещения, обеспечивая превосходное качество детализации картинки, независимо от условий освещения. Благодаря лучшим комплектующим, таким как матрица Sony XMORE, например, специализированный чипсет кодирования видео, и благодаря уникальным алгоритмам, управления, эта серия способна снимать цветное видео при освещении всего 0,002 люкс. Хотелось бы отметить девиз компании Meltsight «Make the darkness visible». Я даже выписал его специально. Девиз линейки «Пусть тьма станет прозрачной или видимой». Ну и переходим к следующей технологии. Так называемая интеллектуальная инфракрасная подсветка. Функция интеллектуальной подсветки решает проблему переэкспозиции, или иными словами, засветки для объектов вблизи, которые находятся вблизи самой камеры. Регулируется она таким образом, что яркость равномерно распределяется по изображению, обеспечивая наилучший эффект для близких объектов и делает изображение более реалистичным и изысканным. Вот, собственно, инфракрасная подсветка. Интеллектуальная инфракрасная подсветка выключена, и на данной картинке эта подсветка включена. Теперь поговорим о продуктах, в которых данные технологии реализованы. Исходя из анализа тенденций рынка и потребностей систем видеонаблюдения, компания Meltsight представляет инновационные передовые интеллектуальные продукты, и к таким продуктам компания относит первого представителя. Это цилиндрическая миниатюрная камера, уже известный дизайн. На основе оригинального продукта команды R&D добавлен ряд новых функций и технологий с использованием самых передовых алгоритмов фокусировки. Модель доступна как с фиксированным, так и с моторизированным варифокальным объективом. Доступна она в 2, 3 и 4 мегапикселя. И оснащенная таким объективом камера позволяет дистанционно управлять фокусным расстоянием, степенью открытия диафрагмы и также по ирис. Фокусировкой прямо из веб-интерфейса и по OnViv либо RS-485. Управление из веб доставляет одно удовольствие, поскольку в камере обновился веб-интерфейс, новый, простой, интуитивно понятный, обладает всеми функциями, необходимыми для полноценного управления IP-камерой. И следующий представитель инноваций – это цилиндрическая профессиональная IP-камера с варифокальным объективом и функцией автофокусировки. Используя мощный инновационный чипсет HiSilicon и собственную архитектуру продукта, компания Meltsight разработала профессиональную цилиндрическую IP-камеру нового уровня с потрясающим качеством детализации видео, а также с уникальным дизайном. На дизайне мы остановимся с вами чуть позднее. Собственно, благодаря этому же уникальному дизайну в корпусе камеры достаточно места для установки различных вариообъективов, что позволяет заказывать одно и то же устройство с различными объективами для широкого спектра задач. Например, в камеру можно установить объектив с технологией P-Iris. Внедрение данной технологии позволяет оптимизировать раскрытие диафрагмы при любых условиях освещения.
Получить изображение с улучшенной контрастностью, четкостью, детализацией, разрешением и, самое важное, глубиной и резкостью. Здесь, к сожалению, на проекторе, наверное, будет не очень видно, но все-таки попробуем. Если вы обратите внимание, здесь выделен фрагмент, вот здесь вот фокусировки нет, в то время как основной фокус здесь. И вот здесь на этом изображении уже с функцией p-iris фокусировка присутствует. Как видите, фокус есть и здесь, и здесь. Данная камера оснащается инфракрасными светодиодами третьего поколения для обеспечения превосходной картинки ночью, обеспечение долгого срока службы, превосходного качества, а самое главное — эффективность использования электрической энергии. Следующая модель — это купольная профессиональная IP-камера Melsight с моторизированным объективом. Представляет из себя надежное всепогодное антивандальное решение для охранного видеонаблюдения. Доступна также она в форматах 2, 3 и 4 мегапикселя. Лучшее аппаратное решение в классе, уникальный дизайн, упрощающий обслуживание и установку. И немного о дизайне. Что значит уникальный дизайн? Поиск технических решений, упрощавших монтаж и обслуживание, привел к инновационному дизайну так называемой раскладушки. Как видите, камера открывается, раскладывается. Такой подход позволил, во-первых, существенно упростить установку IP-камеры и сэкономить место внутри. И еще одно преимущество озвучу такой компоновки перед компоновками стандартными. Это интегрированные кабельные разъемы, интегрированные разъемы для кабельных подключений. Благодаря этому все разъемы находятся внутри герметичного корпуса и не нужны дополнительные расходы на защиту кабельных соединений, ну, то есть на монтаж распаечной коробки. Также такой подход облегчает монтаж и обслуживание IP-камеры. И, кстати, о монтаже. Здесь тоже есть своя небольшая инновация. Теперь нет необходимости держать всю камеру, монтируя кронштейн. Уникальная система монтажа позволит быстро и просто установить кронштейн на выбранное место, а затем легким движением смонтировать и зафиксировать IP-камеру. Все подключения кабеля выполняются после монтажа камеры к кронштейну. И по завершению монтажа необходимо отрегулировать углы обзора, то есть направить объектив. В этом нам поможет три оси регулировки. Регулировка механическая позволяет быстро и просто направить объектив на необходимый кадр. Также камера обладает третьим поколением точечных светодиодов для обеспечения превосходной картинки ночью в условиях ограниченной освещенности, а также в плохих погодных условиях. Ну и также продлевает срок службы как самих светодиодов, плюс оптимизировано потребление электрической энергии. Следующая модель – представитель миниатюрной серии. Это антивандальная миниатюрная купольная камера. Доступна в форматах 2 и 4 мегапикселя. Новая модель серии Mini обладает водонепроницаемым корпусом, антивандальным. Предназначена для внутреннего и наружного использования. Наследовала все передовые функции своих предшественников и обеспечивает превосходную работу в любое время суток при любой освещенности. Также оснащена третьим поколением точечных светодиодов. Ну, про светодиоды я вам уже сказал. Давайте разберемся, что же значит антивандальная камера. Антивандальная миниатюрная купольная IP-камера защищена по стандарту ИК-09. Обладая металлическим основанием и корпусом и также прозрачной крышкой из поликарбоната, IP-камера обладает достаточной защитой от ударов, сохраняя при этом высокие показатели качества видео. Такая камера перспективна для установки в подъездах жилых домов, на транспорте, в общественных местах, без риска повреждения или выхода из строя. Дополнительную защиту обеспечит пылевлагостойкий корпус. То есть это корпус, защищенный по технологии IP67. Индекс защиты от пыли и влаги говорит о защите камеры от попадания как пыли, так и влаги, колебаний температур, что делает ее подходящей как раз для наружного применения. Причем вплоть до суровых климатических условий.
Ну и традиционно о компоновке и дизайне. Новая модель предназначена для легкой и быстрой установки, обладает также тремя осями регулировки. Наклон объектива обладает встроенным слотом для карты памяти microSD HDHC, встроенный модуль POE. Все это облегчает установку, монтаж и обслуживание. Теперь немного про новую линеечку видеорегистраторов. Представлена она тремя сериями. Это сетевые видеорегистраторы. Новый элегантный дизайн, возможность крепления стойка, большой выбор емкости по сериям и также поддержка кодека H265 и разрешение формата 4K UHD. Подробнее о данном разрешении. MLSI 4K профессиональный регистратор является идеальным решением для задач, требующих превосходной четкости и детализации изображения. В зависимости от модели, к данным регистраторам можно подключить до 4 камер в разрешении 4K UHD, до 8 камер в разрешении 4 мегапикселя 2592 на 1520 и 16 камер с разрешением Full HD. Слайд, в принципе, повторяет один из первых слайдов. Еще раз про преимущества кодека H265, а также про технологию 4K. Преимущества основные – это экономия места по сравнению с 264-м кодеком, экономия места в архиве. Это снижение необходимой пропускной способности при том же качестве картинки. Ну и главное – это очень перспективная технология, которая сейчас активно развивается. Немного о задних панелях. Серия профессиональных видеорегистраторов. Вид сзади. Помимо размера модели отличается набором портов. В наличии такие порты, как HDMI, порт VGA, RCA Audio, RJ45, ESATA. Все зависит от модели. Новая организация установки и замены HDD внутри видеорегистратора. Оптимизированы воздушные потоки для более эффективного охлаждения. И также очень просто совершать горячую замену. Теперь рассмотрим модельный ряд продуктов компании MLSight. Миниатюрная серия, профессиональная серия и серия видеорегистраторов. Хотел бы отметить, что на данном слайде также представлены все форм-факторы, в которых выпускается продукция компании MLSight, касается камер. И плавно переходим к программным продуктам и решениям. И первым программным продуктом у нас является MLSight VMS. Доступно данный сервер для видеозаписи. Доступен он в двух вариантах. Есть версия Lite и есть версия Pro. Версия Lite рассчитана на небольшие решения. Версия Pro рассчитана на средние и большие масштабируемые проекты. С чем это связано? Ну, в первую очередь, то, что версия Lite является единым файлом при установке и устанавливать и клиент, и сервер сразу. Профессиональная версия отличается тем, что она обладает клиент-серверной технологией, что позволяет вам установить сервер на одну машину, а клиент на другую. Соответственно, вы можете установить на несколько машин несколько серверов и потом на одной машине собрать все это дело одним клиентом. MLSight CMS – это новая, абсолютно новая программа, централизованная система управления. Что же она может? Позволяет она объединить до 50 16-канальных IP-видеорегистраторов и совершать настройку, просматривать живое видео, архивные записи, управлять моторизированными камерами, настраивать каналы, видеокартинку и так далее из одного места. То есть помимо видеорегистраторов вы можете собрать как и видеорегистраторы, так и камеры, не подключенные никаким видеорегистратором, совершить настройки, выбрать хранилище и, собственно, записывать как просто камеры, так и видеорегистраторы. Преимущество данного решения заключается в том, что система, построенная на
базе видеорегистраторов железных обладает достаточно большой отказоустойчивостью в силу того, что всего 16 каналов будут выходить из строя при выходе из строя самого видеорегистратора. То есть, в принципе, можно будет обеспечить горячую замену самих видеорегистраторов, просто накатив конфиг на новое устройство, установленное в стойку. Следующее программное обеспечение, так называемый MLSite Smart Tools, это утилита, специализированная для пакетной настройки, а также утилита расчета и подбора моделей. Содержит она в себе несколько утилит. Если кто знает, пользовался, была такая утилита IPC Tools. Данная утилита включена в MLSite Smart Tools. Есть также и мобильные приложения. Мобильное приложение MSite и MVMS. Доступны они, эти мобильные приложения, как на Android, так и на iOS. MSite — это приложение для подключения к камерам, то есть у вас есть возможность подключиться к камере как по IP-адресу, так и используя функционал P2P. MVMS — это программа для подключения к видеорегистратору. Также вы можете просматривать архивы, настраивать каналы, скачивать видео себе на телефон для просмотра, сохранять какие-то скриншоты. В принципе, достаточно стандартный функционал для всех клиентских приложений, видеонаблюдений. Собственно, на этом все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я готов ответить, как сейчас, так и... Здравствуйте, Владимир. Неофон, Павел. Владимир, такой вопрос. Будет ли в новых версиях и в новых линейках камер подключение внешних микрофонов? Потому что сейчас на данный момент есть такая как бы проблема с качеством звука на камерах. Это первый вопрос. Второй вопрос. Опять же, в новых линейках видеорегистраторов будет ли возможность их объединять в стек? Ну, как в качестве сбора информации с нескольких и для отказоустойчивости. И третий вопрос. Вот там у вас есть по программному обеспечению. Насколько я знаю, вот эти вот сервера Lite и Pro, они только под Windows платформу. Ну и мой любимый вопрос, будет ли на Linux это работать? Да, спасибо за ваши вопросы. Итак, вопрос по микрофонам внутри камер. Да, на данный момент, к сожалению, действительно, у нас очень ограниченный модельный ряд, к которому можно подключить микрофоны. По факту, на данный момент это единственная профессиональная купленная камера, которую есть возможность заказать именно с возможностью подключения внешних микрофонов. Ситуация действительно такая интересная, потому что запросов достаточно большое количество именно по микрофонам, и производителю передана данная информация, он ее учел для будущих своих моделей и, возможно, для компоновки моделей, которые существуют уже, для тех линей, которые уже существуют. Так, и второй вопрос касательно VMS. Да, на данный момент системы VMS Lite и Pro устанавливаются только на Windows-подобные операционные системы. Windows XP, Windows Server и так далее. Вплоть до Windows 10. На данный момент у меня нет стопроцентной информации. Я не могу вам дать стопроцентной гарантии о том, будет ли данная система на Linux. Но этот вопрос задавался уже достаточно давно. И запрос производителю я отправлял. На запрос мне ответили утвердительно. Вопрос приоритета создания такого софта. Будут большие заказы на такой софт, будут классные проекты. Я думаю, что приоритет изменится, софт выйдет гораздо быстрее. К сожалению, сейчас пока приоритет немножечко другой – развитие самой продукции. Вот. Потом для систем Linux есть свои серьезные, хорошие программы. Еще хотелось бы отметить главное. Поскольку вы все знаете, что наша компания занимается продуктами с приставкой VoIP, Voice over IP, камеры точно так же поддерживают данную технологию. То есть это означает, что на камеры можно позвонить и получить с них видеокартинку. Позвонить на них можно как с наших систем ВКС, так и с любого софтфона. Вы можете позвонить как на первый, так и на второй поток.
даже и на третий поток, в том числе в камерах во всех доступно три потока для настройки. Более того, камера умеет делать автоматический вызов по наступлению события. То есть, если, например, камера задетектировала движение, в этом случае она может совершить вызов на заранее запрограммированный номер или IP-адрес и отдать видеокартинку. Ну, использование таких камер возможно, например, для демонстрации, да, то есть установили камеру настройки где-то в цеху, позвонили на данную камеру системы ВКС, продемонстрировали заказчику, директору, начальнику, кому угодно. Также можно камеры использовать для видеообучения, ну, примеров масса. То, что касается видеорегистраторов стек, хороший вопрос. Ну, во-первых, есть CMS, о которой я и говорил, которая собирает все эти регистраторы. По поводу самого стека вопрос был задан, ответа на него пока на данный момент нет, к сожалению. Я задавал это вопрос производителю, чтобы стыковать и строить большие системы, пока мне сказали использовать mail-side CMS для этих целей. Сергей Толстопятов, знаете, у меня какой вопрос? Вы сказали, что камера может осуществлять вызов по детектору движения и тому подобное. То есть, предположим, что там мышь бегает. И каждые 5 минут мне будет перезванивать звонок. Есть возможность ли, например, если я вижу, что ничего не происходит, происходят ложные звонки, могу я отказаться от этих звонков, каким-то образом позвонив на камеру, ввести код какой-то и так далее? Спасибо за вопрос, Сергей. На данный момент система вот отказа от звонков, которую вы озвучили, она не предусмотрена. По поводу того, если там мышь бегает, ну, с такими проблемами, вы знаете, борются все установщики видеонаблюдения, ложная детекция, детекция пыли и тому подобные вещи. От этого, к сожалению, с сегодняшними технологиями уйти очень тяжело. Без специального аналитического софта, который будет анализировать размеры объекта и тому подобные вещи. То есть не накрученного на камере именно, а именно софта специального аналитики. В этом случае, да, можно будет избежать ложных срабатываний детектора, но мышь пробежала, ну, могу только мышеловку посоветовать. К сожалению, больше никак нельзя избавиться от таких вещей. Вопросы, пожалуйста, через микрофон. Я всех сразу не слышу, очень далеко. Немножко по регистраторам. Вот, к сожалению, не имел дела, поэтому сразу возникают вопросы. Есть ли возможность записи на внешние какие-то хранилища? ESATA, USB. Вопрос подключения по сети? Да, есть. И тут же вопрос написания скриптов и перехода на свои внутренние диски в случае недоступности внешних хранилищ. На сегодняшний момент вопрос реализации скриптов, крон-тап и тому подобных вещей пока отсутствует. Запрос также сделан. Я хочу обратить ваше внимание, что компания MLSI достаточно молодая, она активно развивается, она активно нарабатывает себе базу. Все ваши запросы я с большим удовольствием обрабатываю, все запросы отправляю производителю. Если вот запрос на программирование своих скриптов и переход, да, это очень интересный запрос в силу того, что можно будет организовать просто балансную нагрузку, грубо говоря. Этот запрос, он уже отправлен давно, он обрабатывается, производитель ищет поиск, ну, проводит поиск решений таких проблем. Я думаю, что в ближайшем будущем такая возможность появится, скорее всего. Там по слайду, если я все правильно разглядел, есть сухие контакты, да, на старших модельках? Не только на старших, на самом деле. То есть, в принципе, вся линейка и 5000, и 7000, и 8000 регистраторы обладают сухими контактами. На них как-то скриптуется или стандартный заданный порядок? Ну, только стандартный пока. А по поводу потока, вот камера дает три потока, запись одновременно нескольких потоков, это есть функционал? Нет, на данный момент записи, одновременной записи нескольких потоков нет, если только вы потоки по разным регистраторам скидаете. Не совсем удобно. Если удаленный просмотр идет, поясню, к чему я веду, может, это по-другому просто реализуется. Мы пишем
в высоком качестве и совсем простенькую картинку, которую я удаленно могу подтянуть, посмотреть, найти нужный фрагмент и в дальнейшем подтянуть уже более высокую картинку просто там щелчком мыши перехода в нужный функционал. То есть... Вы когда заходите, ну, например, на веб-интерфейс или проводите операции через экранное меню данного видеорегистратора, заходя в архив, вы можете выбрать себе сетку. Если вы выбираете большую сетку, то при масштабировании будет захватываться, естественно, как бы, ну, картинка меньше. То есть в случае с архивом это только онлайн перекодирование, да, того сигнала, который я получу? Знаете, я думаю, что я не смогу сейчас вот точно абсолютно ответить на ваш вопрос. Необходимо уточнить. Я запишу себе, помечу, уточню и обязательно отвечу. И контакты свои оставлю. Ну и самый интимный вопрос. Чужие камеры как с софтом? Он ВИФ. Прекрасно, спасибо. Поясняю для тех, кто не знает. Он ВИФ – это отраслевой стандарт, который определяет взаимодействие таких устройств, как видеорегистраторы и камеры. Да? То есть если камера, на камере написано на коробочке, на ней на самой он ВИФ, то данная камера будет работать со всем софтом и со всем железом, которое я вам сегодня представлял. Также и наоборот. Собственно, наши камеры работают в огромном количестве и софта, и железа. Также еще один момент. Спасибо большое за вопрос про ANVIF. Хотелось бы отметить, что помимо ANVIF мы поддерживаем еще и технологию PSIA. Да, она технология не сильно развита на данный момент, да и не факт, что она будет развиваться, но все же мы данную технологию поддерживаем. Возможно, в каких-то проектах будет требование именно поддержки PSIA. Это также отраслевый стандарт. Коллеги, спасибо большое. Я передаю слово другому докладчику. Любые вопросы, обращайтесь, я буду в демо-зоне, подходите. Я покажу вам и дизайн наших камер, и уникальные кронштейны, с помощью которых легко и просто закрепить. А также покажу вам, продемонстрирую видеокартинку. Спасибо. Раз, два. Еще раз напомню, зовут меня Дмитрий Балашов. Я хочу вам рассказать доклад под названием «Обзор продуктовой линейки и новинок компании Yastar». Ну, все вы знаете линейку IP-ATS MyPBX. Вот я обзорно про нее коротко расскажу. Также расскажу про линейку станций N. И расскажу про новую серию станций Yastar. Называется серия S. И также напомню про аналоговые GSM, UMTS и ISDN шлюзы, которые производит компания Yastar. Ну и, конечно же, шлюзы взаимодействуют со всеми сериями ATS, которые вот здесь представлены. Ну, что касается линейки IP-ATS Yastar, MyPBX. Многие знакомы. Значит, станции эти, они могут взаимодействовать с одной стороны с IP-телефонами, корпоративными ATS, аналоговыми телефонами, факс-аппаратами, софтфонами, интегрироваться с системой 1С или CRM. И с другой стороны, станции Yastar могут подключать городские линии связи, провайдеров VoIP и мобильные сети GSM и UMTS. Станции Yastar на сегодняшний день совместимы с большим количеством SIP-телефонов. Вендоры представлены на слайде. И основные характеристики линейки MyPBX – это построены станции на аппаратной базе Texas Instruments, полная локализация интерфейса, локализация голосовых сообщений, поддержка протокола SIP и поддержка голосовых кодеков в большом количестве и поддержка видеокодеков. Напомню, что возможности станции Yastar доступны уже из коробки, не требуют дополнительных лицензий. Это такие возможности, как автоматическое голосовое приветствие, конференция, группы, очереди, функция callback, голосовая почта, SMS на email, email на SMS и мобильный внутренний номер. Что касается более продвинутых возможностей, то это защита индивидуального доступа, это межсетевой экран, функции резервирования, качество сервиса, VLAN и DDNS. Станции линейки MyPBX имеют до 16 аналоговых портов. В корпусе предусмотрены штатные места, куда устанавливаются
различные модули, и с помощью этих модулей к станции могут быть подключены либо аналоговые телефоны, либо городские линии, либо линии BRAI или сим-карты для сетей GSM и UMTS. Также есть модели с встроенным одним или несколькими портами E1. Ну, опять же, наверное, многие знают, но я там кому-то открою глаза, кому-то повторю. Модуль просто устанавливается в корпус, в любое место, которое вам понравится, и порт станции активируется. Линейка MyPBX включает в себя несколько моделей. Модели эти отличаются по емкости. От 30 абонентов может быть зарегистрировано на станциях MyPBX до 500 абонентов. Станции есть как в пластиковом исполнении, так и в металлическом исполнении с креплением в стойку. И в зависимости от станции поддерживается от 15 до 80 одновременных вызовов. Коротко о моделях, которые еще есть в продаже. Это станция MyPBX SOHO. В пластиковом корпусе она с возможностью установить два модуля расширения. Модули эти могут быть либо для аналоговых телефонов, либо для городских линий. GSM не поддерживается. Станция стандарт входит в линейку IP-ATS MyPBX. В этой станции модулей уже можно установить 8 штук, до 16 аналоговых портов, до 100 абонентов и 25 одновременных вызовов станция поддерживает. Станция U100, значит, станция выполнена в металлическом корпусе с функцией автоматической записи разговоров, также 8 портов, также 100 пользователей и 25 одновременных разговоров. IP-ATS MyPBX U200 отличается от предыдущей станции только количеством абонентов и количеством одновременных разговоров. Ровно в два раза больше оно. Станция U300 имеет меньший по размерам корпус, есть встроенный порт E1 и два порта FXS, которые уже распаяны на материнской плате. И флагман серии MyPBX – это станции U500. Есть их несколько разновидностей. Станция U520 с двумя портами E1, станция U510 с одним портом E1 и станция U500 без портов E1. Значит, эти станции характерны тем, что до 500 абонентов поддерживают, до 80 одновременных разговоров, и в корпус станции можно установить жесткий диск 2,5 дюйма SATA 2 для автоматической записи разговоров. Перейдем к следующей линейке. Это линейка IP-ATS E-Star серии N. Станции серии N, как и станции серии MyPBX, имеют все те же возможности, доступные из коробки. То есть это и очереди, и конференции, и автоматическое голосовое приветствие. Но есть и отличия. На данном слайде эти отличия перечислены именно от серии MyPBX. Серия станций N готова к работе уже из коробки. У нее упрощен веб-интерфейс, здесь только одна учетная запись админ, из которой настраиваются все возможности АТС. Система гибридная, она позволяет подключить как аналоговых абонентов, так и внешние городские линии, но не умеет работать с GSM. И какое-то количество портов уже распаяно на материнской плате, то есть не потребуется в большом количестве покупать дополнительные модули расширения. Станции серии N поддерживают такую функцию, как автодозвон, когда станция сама автоматически дозванивается до удаленного абонента. Во всех станциях серии N уже включена в базовую стоимость автоматическая запись разговоров. Запись ведется на SD-карту. Станции серии N поддерживают разные типы звонков. Есть 8 рингтонов для аналоговых телефонов. И в зависимости от того, откуда приходит входящий вызов на станцию, городской ли это звонок или межгород, телефон может по-разному отзванивать этот входящий вызов. Станции серии N поддерживают функцию CLIP. Функция эта запоминает, кому звонил ваш сотрудник. Если сотрудник до клиента не дозвонился, а клиент позже сам решил перезвонить вам в офис, АТС понимает, что этого клиента надо мимо стандартного маршрута соединить напрямую с сотрудником. И у станции серии N появилась такая функция, как таймер, когда станция автоматически в назначенное время может вызвать внутреннего абонента. Ну и так же, как в серии MyPBX, все озвученные возможности уже доступны из коробки, не требуют дополнительного лицензирования.
Что касается быстрой настройки и готовности работы уже из коробки, я вот хотел бы более детально остановиться и озвучить буквально три шага. Первое – это АТС достается из коробки и подключается в сеть питания. Вторым по очереди происходит подключение в аналоговые порты телефонов и городских линий. И на третьем шаге уже как бы можно со станцией работать. Внутренние телефоны будут автоматически получать номера с 601 и далее по порядку, с подключенной с первого порта и далее. А для звонков в город сразу можно набирать городской номер, начиная с набора с восьмерки или с девятки. Если же вам кто-то позвонит на ваш городской номер, то звонки автоматически станции будут направлены на первый порт, на номер 601. Для дальнейшей более продвинутой настройки уже надо будет с помощью веб-интерфейса станцию настраивать. Первая станция в линейке серии N – это станция E-Star N412. Выполнена она, как вы видите, в пластиковом корпусе. По размерам абсолютно такой же корпус, как и станция стандарт, но есть уже распаянные на плате FXS-порты. Значит, в станции предусмотрено 4 порта FXO и 12 портов FXS. Надо сказать, что в корпусе этой станции есть 4 места, куда можно установить интерфейсные модули. То есть, если вам порты вот в такой комбинации не требуются, то вы можете с помощью 4 модулей расширения добиться другой комбинации портов. Ну, например, подключить линии BRAI или там, использовать меньше портов FXO. Также, как видно на картинке, есть 2 сетевых интерфейса WAN и LAN и разъем для подключения SD-карты. Возможности станции E-Star N412 таковы. Станция может работать с 4 SIP-линиями, то есть поддерживать 4 независимые SIP-регистрации. Напомню, что в рамках регистрации вызовов может быть несколько. То есть если оператор поддерживает многоканальность, значит будет столько вызовов, сколько пропустит ваш интернет-канал. Для подключения городских линий можно использовать либо BRAI, либо FXO, то есть в зависимости от того модуля, который вы выберете. До 12 аналоговых абонентов может быть подключено к станции, и до 8 SIP-абонентов может быть на станции зарегистрировано. Станция поддерживает работу с мобильными приложениями, то есть можно зарегистрировать абонента с любого мобильного устройства, и неважно, будет он находиться в локальной сети или за пределами вашей локальной сети. Следующая станция серии N – это E-Star N824. Ну, как понятно из названия, в станции есть 8 портов FXO для подключения городских линий, 24 порта FXS для подключения аналоговых телефонов. Порты уже распаяны на материнской плате, на передней стороне станции они отмечены характерным цветом, зеленый для аналоговых телефонов, красный цвет для городских линий. Станция выполнена в металлическом корпусе с возможностью крепления в стойку 19-дюймовую, высота станции 1 юнит. На обратной стороне IP-ATS N824 есть 2 разъема Telco RJ21. Значит, один разъем – это для подключения FXO городских линий, второй разъем – для подключения FXS аналоговых телефонов. Также на задней панели слот для SD-карты, LAN-порт, консольный порт и подключение питания. Станция E-Star N824 поддерживает подключение 8 городских аналоговых линий, 24 аналоговых телефонов, до 8 SIP-абонентов можно зарегистрировать и до 4 SIP-линий можно зарегистрировать на эту станцию. И как и в предыдущем варианте, станция 824 работает с мобильными приложениями как в локальной сети, так и из-за пределов локальной сети. Перед вами сводная таблица сравнения двух станций. Значит, хочу отметить большой набор голосовых кодеков для как бы разных случаев соединения. Обе станции поддерживают уже из коробки автоматическую запись разговоров либо на SD-карту, либо на сетевой диск. Обе станции работают с факсом как по аналогу, так и по SIP. И обе станции обрабатывают, имеют программно-аппаратный комплекс обработки голоса для того, чтобы добиться наилучшего качества передачи голоса. Вот. Еще хочу отметить раздел «Протоколы», а именно возможность интеграции со сторонними системами, ну такими как 1С, например, или системой CRM с помощью протокола AMI. Перейдем к линейке IP-ATS E-Star серии S. Это новая линейка станций,
E-Star запланировал выпуск этой серии S, и эта серия должна заменить модельный ряд станции MIPBX. Начало производства во втором квартале нынешнего года, 2016, и серия S будет состоять из четырех станций. Это станции S50, S20, S50, S100 и S300. Перед вами станция E-Star S20. Корпус пластиковый, размерами такой же, как станция SOHO. Но, как вы видите, есть возможность подключения антенны, а значит, что станция будет работать с линиями GSM и UMTS. На слайде сравнение станции SOHO со станцией E-Star S20. У станции S20 возможно подключить до 20 субабонентов, 10 одновременных вызовов поддерживает станция. Есть возможность установить два модуля расширения, то есть добиться четырех каналов либо FXO, либо FXS, или же в один из каналов можно поставить один GSM. Станция E-Star S20 будет уже из коробки поддерживать автоматическую запись разговоров, и запись это будет идти на карту памяти microSD. Следующая станция в серии это станция E-Star S50. Выполнена станция в металлическом корпусе. Размер станции сопоставим с АТС U100. Ну, как вы видите, есть уже штатные разъемы для антенн, то есть будет GSM. В станции 8 аналоговых портов, 2 сетевых интерфейса и разъем для подключения карты SD. Перед вами сравнение. Станцию S50 надо сравнивать с двумя существующими ныне станциями. Это станция стандарт и станция U100. Станция S50 поддерживает до 50 абонентов, до 25 одновременных вызовов. Как я сказал, уже имеет 8 портов, то есть это может быть либо 8 FXS, либо 8 FXO, либо 8 PRI, либо можно установить 4 GSM. Ну, надо сказать, что станции серии S можно установить для всех нас модули расширения, модули аппаратно меняться не будут. Станция 50 также имеет уже встроенную запись, автоматическую запись разговоров, и запись эта ведется на SD-карту. Следующая модель серии S – это станция E-Star S100. Также в металлическом корпусе для размещения 19-дюймовой стойки 1 юнит. Размеры станции сопоставимы со станцией U500. На задней стороне предусмотрены уже места для крепления антенны. Есть разъем для SD-карты, USB-разъем, сетевые порты, консольный порт. И вот в передней части станции можно увидеть, есть два блока аналоговых портов, максимально 16 портов можно добиться на этой станции. Сравнивать станцию E-Star S100 надо со станциями, имеющимися на сегодняшний день U100, U200 и U300. S100 по умолчанию имеет возможность работы со 100 абонентами. Но в станцию можно будет установить дополнительный DSP модуль, называется он D30. Это сигнальный процессор, который увеличивает производительность станции. До 200 абонентов на станцию можно зарегистрировать. Также из коробки станция поддерживает 30 одновременных вызовов. При установке DSP процессора D30 количество одновременных вызовов возрастает до 60. Есть автоматическая функция записи, точнее, есть функция автоматической записи разговоров. И трения у этой станции уже принципиально другие. Здесь используемые карты расширения, есть два слота. Ну, собственно, вот один слот – это первая порция из 8 портов, второй слот – это еще 8 портов. Максимально в станции можно добиться либо 16 FXO, либо 16 FXS, 16 BRI. Либо можно установить до 8 GSM модулей. Что принципиально важно, появились карты расширения, которые поддерживают поток E1. Эти карты называются X30. То есть можно вместо вот аналоговых портов установить сюда две карты E1 и получить на станции S100 два потока E1. Ну и запись разговоров может вестись либо на USB-носитель, либо на карту SD. Следующая станция в линейке S, и это флагман S, называется станция E-Star S300.
корпус аналогичный с предыдущей станцией, но возможность установить карты расширения здесь больше. То есть можно три карты установить в корпус станции. Станцию S300 можно сравнить со станцией U500 из коробки. По умолчанию станция S300 поддерживает 300 внутренних абонентов. В станцию S300 можно установить два дополнительных DSP-модуля. Один DSP-модуль расширяет возможности станции и можно зарегистрировать до 400 абонентов. Второй DSP-модуль позволяет зарегистрировать на станцию до 500 абонентов. И количество одновременных вызовов из коробки 60. С помощью DSP-модуля оно увеличивается до 90. С помощью второго DSP-модуля количество одновременных разговоров возрастает до 120. Расширение, как я сказал, здесь можно установить до 3. Таким образом, в станции можно получить 24 порта либо FXO, либо FXS, либо BRI, или же 12 портов GSM. Или же с использованием карты расширения X30 можно получить 3 порта E1. Кроме USB-разъема и кроме подключения SD-карты, в станции можно установить и жесткий диск 2,5-дюймовый SATA 2. Перед вами сводная таблица между станциями серии S. В этой таблице я бы хотел отметить строку, посвященную процессорам. Обратите внимание, что самая младшая станция использует одноядерный процессор частотой 1 ГГц. Технология Cortex-A1. Станция S50 использует уже двухъядерный процессор. Станция S100 использует четырехъядерный процессор. И станция S300 также использует четырехъядерный процессор. В таблице видно, что с помощью DSP-модулей каким образом увеличивается количество абонентов одновременных вызовов. И как бы резюме мое по этой таблице, то, что сильно увеличилась производительность станции, ее как бы аппаратная начинка стала гораздо более современной и производительной. Перед вами модуль DSP-T30, он вот здесь вот в середине, подключается он к двум станциям, либо к станции S100, либо к станции S300. Вот представлены на слайде S100 слева, S300 справа. Ну, как можно видеть, вот эта часть сверху — это материнская плата станции, штатное место для установки DSP-модуля и карты расширения. В станцию S100 две карты расширения можно установить, в станцию S300 до 3 карт расширения можно установить. Один DSP-модуль, количество внутренних абонентов на 100 и количество одновременных вызовов на 30 штук. Перейдем к картам расширения. Их, как я сказал, уже два типа. Первая — это карта расширения X30. Она позволяет подключить к станции поток E1. Вторая карта расширения — это X08. У нее особенность заключается в том, что самой есть штатные, привычные нам посадочные места для модулей расширения. То есть сами модули расширения, они никак не изменятся. Это существующие ныне модули, которые в нужном наборе устанавливаются на карту X08, и получается та комбинация портов, которая требуется конкретному заказчику. Перед вами изображение станции S100 и S300 с установленными различными расширения. Значит, красным отмечены карты X30 с портами E1, зелеными отмечены карты X8 для подключения различных портов, как аналоговых, так и тестовых. X30 и X08 карты расширения имеют одинаковый интерфейс, одинаковые коннекторы, то есть неважно, на какие места и в каком порядке вы будете ставить их, они универсальны. К станции S100, напомню, подключается две карты расширения, к станции S300 три карты расширения. Вот какие комбинации, например, можно собрать на станции S300. 24 аналоговых порта, или же 16 аналоговых портов 1E1, 8 аналоговых портов 2E1, или же 3 порта E1. Какие улучшения получили IP-ATS E-Star серии S? Ну, первое, прежде всего, это, конечно же, процессор. U-серия использовала процессоры компании Texas Instruments A8. Процессоры
со связанным DSP-процессором. В станции GS-серии это процессор Freescale, технология A9, как я уже показывал, ядерные, двухъядерные, ядерные процессоры. И благодаря этому производительность станции серии S сильно возросла. Ну, отсюда следует пункт 2, что технологии стоят на месте, пользователи тоже постоянно возрастают, и вот в частности замена на новые процессоры, она увеличила производительность как минимум на 30%. Ну и вторая причина замены в том, что компания Texas Instruments прекратила разработку новых чипов. Третьим пунктом хочу сказать, что количество одновременных вызовов в серии S номинально равно существующим станциям серии U. Как вы видите, возросшую производительность на части для российского рынка со временем будут выпущены версии ПО, которые позволят станциям обрабатывать большее количество вызовов и регистрировать большее количество абонентов. И хочу особенно отметить, что благодаря возможности устанавливать интерфейсные карты расширения, модельный ряд стал меньше, то есть станций всего 4, но вот с помощью карт расширения можно более гибко использовать станции в целях, необходимых заказчику. Какие улучшения появились в софте в станциях серии S? Ну, первое улучшение – это используется самая последняя версия управляющей системы Asterisk. Эта система позволяет реализовывать новые возможности. Как пример, это форк, когда вы принимаете вызов сразу на нескольких SIP-устройствах. Например, на мобильном телефоне приложение, настольный телефон могут звонить. Второе улучшение – появился Application Center, центр приложений. В этом центре будут размещены дополнительные программные модули. Пользователь может в этот центр зайти, скачать нужные приложения. Для этого не понадобится eStar выпускать каждый раз отдельную версию, отдельный релиз ПО. Приложения будут доступны такие, как Linkus, Facebook, Autoprovision, ну и привычные нам там Hotel, клиент и прочее. TPS появилось много улучшений. Эти улучшения благодаря вам, благодаря тому, что вы пишете свои отзывы и замечания, передаете пожелания клиентов, ну а мы в свою очередь их обрабатываем и передаем вендору компании eStar. В частности, изменения произошли уже со станцией такого рода. Оптимизирован дизайн веб-интерфейса, удалены ненужные шаги конфигурации, много оптимизировано элементов системы, добавлена функция как клип, когда станция запоминает, кому из ваших клиентов звонил абонент, и, как я уже говорил, клиент перезванивает, станция автоматически соединяет клиента с абонентом станции. Переключение языка теперь происходит, не выходя из системы. То есть, если вы хотите почитать подсказки в оригинале на английском, можно это сделать, не делая вход-выход. Оптимизированы настройки. Многие функции, как я уже сказал, в частности, в серии U callback настраивается на двух страницах, в серии S это все выполняется на одном экране. И еще много-много различных оптимизаций сделано. Поэтому у вас будет возможность чуть позже с этим познакомиться. Станции мы будем предоставлять на тест. Четвертый пункт улучшений в софте – это улучшение функциональности и возможностей. Увеличена совместимость с телефонами, то есть список вендоров, поддерживаемых клиентских устройств, постоянно расширяется. При этом расширяются и возможности автопровижн телефонов сторонних производителей. Упрощена процедура обновления ПО, теперь не потребует TFTP-сервер, достаточно будет из веб-интерфейса указать, в компьютере хранится программное обеспечение, и станция, как и SIP-телефон, выполнит обновление ПО буквально в два клика. Оптимизирован процесс бэкапа и восстановления с помощью облачного сервера. Оптимизирован пользователь-админ, который может работать со всеми элементами системы и индивидуально каждому из дополнительных пользователей раздавать права. Создан ивент-центр, центр событий для наблюдения за важными критическими событиями.
Теперь доступно информирование администратора о событиях ХТС через электронную почту, телефонный звонок или мессенджер. Добавлены в станцию непосредственно веб-интерфейс различные диаграммы и графики. Появился статус-центр. В этом статусе в реальном времени отображается статус звонков, состояние абонентов, использование, загрузка процессора. И на наш взгляд, что очень удобно, появился раздел Help. В этот раздел «Помощь» добавлено фактически руководство пользователя. То есть не надо будет идти куда-то на дополнительный сайт, искать мануал. Он теперь в самой системе непосредственно. Ну и осталось посмотреть VIP-шлюзы компании E-Star. Еще раз напомню, что благодаря поддержке SIP, как аналоговые, так и GSM, UMTS и цифровые шлюзы могут взаимодействовать с любыми представленными ранее мною станциями. Ну, есть три серии шлюзов. Серия TA, серия TG и серия TE-TB. Первая серия шлюзов TA. В этой серии есть маленькие 1- и 2-портовые шлюзы для подключения аналоговых телефонов. Есть 4- и 8-портовые шлюзы как для подключения телефонов, так и для подключения линий, выполненных в пластиковом корпусе и книжке. И есть шлюзы в металлическом корпусе для 19-дюймовой стойки, 16-портовый шлюз для аналоговых абонентов и линий, и шлюзы только для аналоговых абонентов, это 24- и 32-портовые шлюзы. Перед вами сводная таблица по шлюзам. Здесь я хочу отметить большой набор голосовых кодеков. Отличным в данный момент являются только самые простейшие 1- и 2-портовые шлюзы, но они не так давно появились, поэтому набор кодеков здесь будет еще расширяться. И хочу отметить, что во всех устройствах механизмы эхоподавления, встроенный программно-аппаратный комплекс обработки голоса, и все шлюзы поддерживают с факсом. Серия шлюзов – это VIP, GSM и UMTS шлюзы серии TG. На изображении вы видите шлюзы, у которых в скобочках есть аббревиатура W. Дело в том, что есть две позиции, это два разных устройства. Шлюз, например, TG, он для работы с сетями GSM. Такой же точно шлюз, но с аббревиатурой W – это шлюз для работы с UMTS. Соответственно, 1, 2, 4 и 8 портовые шлюзы бывают как для работы с GSM, так и для работы с UMTS. Это как бы два разных устройства, две разных номенклатурных позиции. И есть 16-портовый в металлическом корпусе, один юнит, называется он TG-1600. Он в базовой стоимости имеет 8 портов GSM. Для того, чтобы добиться 16 портов, нужно дополнительно приобрести модуль GM8. Также сведены в таблицу данные по шлюзам серии TG. Указан диапазон частот для GSM и CDMA и UMTS. Указаны голосовые кодеки, которые поддерживают шлюзы. Ну, такой стандартный, хороший, широкий набор кодеков. Есть в шлюзах также встроенный программно-аппаратный комплекс обработки голоса для того, чтобы добиться максимального качества как раз передачи голоса. Ну и последний шлюзов, шлюзы TE и TB. Шлюзы TE для подключения потока E1, TE100 это для одного потока E1, шлюз TE200 для подключения двух потоков E1, шлюз TB400 для подключения четырех линий PRI. В таблице, опять же, указаны характеристики шлюзов. Все тот же большой выбор кодеков. И также, как в другом оборудовании, программно-аппаратный комплекс обработки голоса. Как резюме своего доклада хочу перечислить преимущества оборудования E-Star. Прежде всего, это надежность, проверенная годами, это высокое качество и широкая функциональность, легкость управления, не требуется специализированных знаний в настройке работы с оборудованием. Это 3 года гарантии, исключением являются только шлюзы младшие на 2 порта. Все оборудование имеет декларацию ИАК, декларацию Федерального агентства связи, сертификат лаборатории информационной защиты,
наличие документации и инструкции на русском языке, техническую поддержку и сервисные центры. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Ну, извините, вот мне подсказывают, что в тайминг не укладываемся, поэтому вопросы тогда отдельно. Приносим извинения за вопросы, но кофе-брейк у нас сильно задержался, мы сильно выбились из графика, поэтому надо успеть обед вовремя сделать, поэтому мы начнем. Следующая презентация моя. Еще раз напомню, зовут меня Усов Михаил, я генеральный директор компании Пиматики. Познакомить я вас хочу с новой продукцией, с новым брендом нашей компании. Это промышленные телефоны J&R. План моего выступления. Немножко расскажу о компании, представлю вам линейку продукции и дальше примеры реальных вопросов, но последний пункт, скорее всего, мы отменим. О компании. Компания J&R Technology является одним из самых профессиональных в Азии производителей телефонов экстренной связи, а также промышленных и публичных телефонов. J&R Technology начала свою деятельность в 2009 году, компания молодая. Офисы фабрик компании находятся в городе Шэньчжэнь, Китай. Компания выпускает телефоны в различных версиях. Аналоговые телефоны, VoIP-телефоны, GSM и 3G-телефоны. Под 3G-телефоном подразумеваются телефоны UMTS. Ну, как вы знаете, наша компания специализируется на телефонах Voice over IP, поддержка протокола SIP, поэтому основной мы упор также и с этими телефонами будем делать на телефоны SIP. Но при необходимости в проектах, при заказах от клиентов, мы готовы поставить телефоны любой версии от компании J&R. Успешное сотрудничество с тысячами клиентов во всем мире и участие в сотнях проектов делают компанию J&R надежным и популярным поставщиком промышленных телефонов и аксессуаров. Основной продукцией компании являются всепогодные телефоны, телефоны для мест заключения. Так интересно, что компания J&R на этом акцент делает. Телефоны экстренной связи, телефоны для лифтов, а также различные телефонные комплекты. На следующем слайде немножко фотографий с фабрики компании. На фабрике работает 30 человек. Также в штате компании 15 человек инженеров и 8 человек в отделе исследования и разработки. На нескольких следующих слайдах я покажу картинки, когда фабрика производила телефоны по специальным заказам. На этом слайде показаны телефоны, производство телефонов для нужд железной дороги Турции. На данном слайде телефоны для тюрьмы в Ирландии. Колонны срочного вызова для доставки в один из городов США. Ну и часто очень популярно приводят причины, почему нужно выбрать тот или иной продукт. Когда я готовил причины для выбора телефонов компании J&R, то все причины были начинались когда. Поэтому я решил эти причины назвать как 10 когда для выбора компании J&R. Итак, когда же мы выбираем продукцию компании J&R? Когда факторы окружающей среды создают проблемы для обычных телефонов, когда необходимы пункты экстренной связи, когда необходимы общественные информационные пункты, когда надежность и быстрота внедрения являются важнейшими задачами, когда являются важными централизованное управление и контроль, когда затруднен доступ для обслуживания оборудования, когда необходима совместимость с существующими системами, когда качество передачи голоса имеет важное значение, когда возможны корректировки телефонной системы в будущем и когда важна простота установки оборудования. Вот такие 10 когда. Ну, теперь перейдем к линейке оборудования. Линейка оборудования включает в себя три серии. Первая серия – это серия JR100, это серия всепогодных телефонов. Применение шахты, автомобильной железной дороги, станции различные, туннели, электростанции, сталелитейные и другие заводы, машинные и другие отделения кораблей, а также каюты и доки. Серия JR200 – серия телефонов с трубкой, так называемые вандалозащищенные телефоны. Применение места заключения – аэропорты, банки, зоны банкоматов, различные здания, торговые центры, супермаркеты, плавательные бассейны. И последняя серия JR300, серия
интеркомов или спикерфонов. Применение автострады, университеты, парковки, туристические центры, лифты, фармацевтические и другие стерильные помещения. Ну, немножко подробнее рассмотрим эти линейки. Прежде хочу сказать, что все телефоны GNDR были протестированы и получены сертификаты соответствия и присвоена им степень защиты от окружающей среды по международному протоколу IP. Телефоны GR100 соответствуют, серии GR100 соответствуют индексу IP66 и IP67, телефоны серии GR200 IP65 и телефоны серии GR300 IP55 и IP56. Кто точно не знает, что значит эти цифры, можно будет отдельно потом рассказать. Сейчас не будем останавливаться. Обозначение моделей телефонов достаточно длинное и на первый взгляд кажется сложное, но если разобраться с том, что значит каждой буковки, то будет все понятно, какие возможности имеет эта модель телефонов и что в ней заложено. Не буду перечислять, потом в презентации, может быть, еще тоже посмотрите, что значит какие буковки. Серия GR100. Первые представители этой линейки – это телефоны с крышкой. Крышка закрывает телефоны и предотвращает доступ пыли и влаги к самим телефонам. Телефоны выполнены из литого под высоким давлением алюминия, покрыты эпоксидной пудрой для увеличения защищенности телефонов. Литая трубка, бронированный кабель у трубки, резиновая клавиатура. Телефоны могут быть с полной клавиатурой, с наличием громкоговорителя, с наличием проблескового маячка, без клавиатуры, скажем, когда трубка поднимается, сразу осуществляется набор по заранее заданному запрограммированному номеру, или в виде интеркомов, опять же, когда трубки нет, но есть кнопка одна, кнопка две кнопки или три кнопки вызова и, соответственно, спикерфон. И подобные же телефоны этой линейки есть без крышки. Здесь вот один телефон показывается серого цвета, что можно сделать акцент в том, что в принципе производитель готов раскрасить телефон в любой цвет по требованию заказчика. Единственное, что, как сам производитель утверждает, что вот линейка серии GR100 более 90% заказывается именно в желтом цвете. Ну и отдельно хочу вам показать, обратить внимание, что вот среди телефонов без крышки есть одна модель, которая имеет LCD-дисплей. Телефоны достаточно простые. Конечно, их главная задача – это отказоустойчивость и возможность совершить вызов или принять вызов. Поэтому характеристики у них достаточно простые. Здесь я представляю характеристики одной из моделей телефонов. Можно сказать, что в той или иной мере они присущи всей телефонам, эти характеристики. Вначале первая часть показывается, это телефоны, которые присущи, в принципе, характеристики, которые присущи телефонам любой версии, аналоговых IP или GSM. И вторая часть, это больше уже, которая относится к характеристикам SIP-телефонов. Единственное, что хочу обратить ваше внимание, это рабочую температуру от минус 30 до 65, то, что заявляет производитель, степень окружающей среды, защиты окружающей среды IP67, рингтон, пронзительная трель, 180 дБ на метр сила этого рингтона, наработка на отказ, как заявляет производитель, более 50 часов, вес это примерно 5 кг в зависимости от модификации телефона. Вот так выглядит этот телефон изнутри, если вскрыть его. Достаточно интересное решение сделано то, что внутри вся электроника помещена еще в дополнительно отдельный корпус защищенный, который имеет свой экран и кнопочку. На экран выводится различная информация технологическая, в том числе помогающая осуществить настройки телефона. Так, если нажать эту кнопочку, то на экране мы увидим IP-адрес, который телефон получает при подключении к сети. Телефоны используют, IP-телефоны от GR используют чипсет Broadcom, то, что вы можете увидеть на этом слайде. Следующая линейка, серия, это серия GR200, вандалозащищенные телефоны. Телефоны выполнены уже из стали, может быть, как корпуса изготовлены из
холоднокатанной стали или из матовой нержавеющей стали. Соответственно, вот на этом рисунке представлен стальной телефон из нержавеющей стали. Остальные там практически телефоны, они просто крашеные. Могут быть, опять же, разных цветов. Серый, желтый, красный, как потребуется заказчика. Телефоны могут быть как крепления на стену, так и врезные. Возможно, допустим, функционал при необходимости регулировки громкости. Вот такая линейка. Вандалозащищенные телефоны. Внутри они выглядят примерно так же, как серия GR100. И третья линейка – это линейка спикерфонов, которые, опять же, также могут быть как с креплением на стену, так и врезные телефоны, с одной или несколькими кнопками вызова, с полной клавиатурой. Извините. С полной клавиатурой, как этот телефон. Могут также оснащаться, допустим, солнечными панелями, встраиваются в столбы, в колонны срочного вызова или вот такие так называемые колбоксы, которые устанавливаются вдоль автострад для экстренной связи. Фотографии внутри я уже не показываю. Как я говорил, телефон функционалов телефона достаточно простой. Здесь на несколько слайдов я покажу веб-интерфейсы телефонов. Веб-интерфейс пока не локализованный, но мы просто там для того, чтобы увидеть, что он достаточно простой и понятный, просто несколько скриншотов здесь за характеристики настройки основных характеристик, закладка статус. Здесь показано визард этих телефонов, который помогает настроить телефоны. Ну и скриншот с таблицы настройки сети. Питание телефона. Все телефоны, IP-телефоны GR поддерживают питание от Power Ethernet. Значит, если телефоны без громкоговорителя и проблескового маячка, то они поставляются без адаптера питания. Если же телефонов есть, как показано на рисунке, проблесковый маячок или громкоговоритель, то, соответственно, для работы этих дополнительных устройств требуется блок питания, и в комплекте телефона будет входить вот такой адаптер питания. Потом я на картинке покажу, что для некоторых моделей бывает специальные используются маломощные небольшие проблесковые маячки, и в этом случае достаточно для их работы будет также питание от Power Ethernet. Производитель не имеет на данный момент каких-то официальных протоколов испытаний или сертификатов, подтверждающих совместимость с различными платформами, но проекты, которых уже очень много по всему миру, позволяют на практике проверить работоспособность этих телефонов с различными платформами IP-ATS, и это как бы подтверждено на практике. Статистические данные по клиентам этой компании позволили сформировать такую диаграмму целевой аудитории, где мы можем видеть, что основными потребителями таких телефонов являются промышленность, транспорт, ну, в меньшей степени безопасность и торговля, и также установка в рекреациях и в фармацевтических, чистых или там стерильных помещениях. Здесь несколько слайдов, теперь привожу примеры реального использования телефонов. Это телефоны всепогодные серии GR100 на шахте в Сербии. Следующий пример – это телефоны срочного вызова вдоль автодорог и на автостанции. Видите, что в различных местах, в различном исполнении телефоны стоят различных цветов, с солнечными панелями или без. Следующая картинка – это вандалозащищенные телефоны в тюрьме, в лифтах и на парковке. Вот красненький телефон, как я говорил, вот, с небольшим проблесковым маячком, который также работает от POE. Еще один пример реального использования – это колонна срочного вызова на базе армии США в Кувейте. Поставщик, дистрибьютор этой компании, который поставлял вот на эту базу в США, также осуществлял поставки для нужд вооруженных сил Великобритании и Франции. Ну и последнее, завершаю, наверное, как показать вкратце, что проекты существуют, что компания активно работает. Это как бы сводная таблица проектов компании за 2015 год. На ней мы можем увидеть, что внедрение есть их телефонов в различных видах индустрии, в различных странах. Количество от, скажем, нескольких десятков до тысячи телефонов в одном проекте. Страны это различные: Америка, Латинская Америка, и Европа, и Азия.
Есть даже один проект в России, который делала внедрение международная компания. Вот вкратце, так очень быстро, из-за времени я вам рассказал, познакомился с этой продукцией. Вопросы, пожалуйста, потом, потому что надо нагонять время. Добрый день, коллеги. Меня зовут Якушин Юрий. Я являюсь инженером компании IP-матики по продукции Yalink. Однако сегодня я вам расскажу про персональную систему записи разговоров новое поколение Crystal Gears. Начну с информации о производителе. Производителем является израильская компания CIS, расшифровывается как Crystal Innovation Solution. Данная компания ставит для себя на первое место качество продукции и обслуживания, занимается разработкой, проектированием и продажами систем записи разговоров и мониторинга. Главной целью компании является внедрение на рынок экономически эффективных продуктов с новым подходом, оперативное и качественное реагирование на задачи клиента. Перейдем непосредственно к самому производимому оборудованию. Первое. Crystal Gears, сокращенно в тексте, ну и далее по тексту буду говорить CG. Это программная система записи разговоров нового поколения. Является первой в мире системой, которая способна взаимодействовать с различными каналами и средами, в том числе с VoIP-телефонией, без установки интерфейсных плат и адаптеров. Отмечу, что это подразумевается только для программных телефонов, софонов называемых, или IP-телефонов с функцией SPAN2PC-порт. Данную программу удобно использовать, к примеру, с телефонами Yalink, так как они поддерживают функцию SPAN2PC-порт и имеют сам физический второй интерфейс Ethernet. Это позволяет экономить не только деньги, но и время на установку аппаратуры. CG также может работать и в аналоговых цифровых сетях. Все, что для этого нужно – это установить программное обеспечение на персональный компьютер и подключить специализированные интерфейсные адаптеры. Это CG Box 130 для аналоговых телефонов и цифровых. CG VoIP Box для VoIP телефонов, которые не поддерживают функцию SPAN2PC-порт. При этом все участники, точнее, все сценарии и варианты работы поддерживают возможности традиционных систем записи и мониторинга, а при использовании глобальной системы Crystal Centralized Management можно построить географически распределенную сеть. В настоящее время система записи разговоров становится все более популярным и важным инструментом для всех без исключения компаний во всем мире. Они также применяются малым, средним бизнесом, транснациональными компаниями и даже фрилансерами. Но традиционные решения для записи разговоров на данный момент все меньше отвечают потребностям рынка, по таким критериям, как гибкость настроек, экономичности, простоты модернизации и централизованного управления. CG является наиболее прогрессивной, новаторской системой записи из доступных на рынке.
Благодаря интеграции ряда новейших технологий CG дает возможность записывать вызовы из разных сред. Как я уже говорил, это VoIP линии, цифровые и аналоговые каналы связи с такой же степенью надежности, как и в традиционных системах записи. Отмечу отличительные особенности продукции компании CIS. Это, в первую очередь, повышенная защищенность решения на базе SSL протокола, возможность самостоятельного определения протокола и IP-адреса с программой CG. CG VoIPBox поддерживает трансляцию PoE питания из кабеля, приходящего от коммутатора, для подключения IP-телефонов с поддержкой PoE. То есть на рабочее место надо меньше тянуть различных кабелей. Плавный переход между системами TDM и VoIP для экономии денежных средств. Подразумевается, что если использовался комплект программной системной записи CG и адаптера CG Box 130 для аналогового телефона, если были куплены VoIP-телефоны, то для этого, к примеру, можно приобрести VoIP-адаптер CG VoIP Box. При этом лицензию новую покупать не надо, можно пользоваться старой лицензией. Далее это интеллектуальный поиск с 12 критериями. При этом поиск нужного разговора происходит быстро и точно. Возможность супервайзером прослушивания записи разговора до его завершения. То есть моментальное подключение человека к решению возникшего вопроса. Данный функционал возможен только при использовании глобальной системы записи CCM. Далее. Сценарий реконструкции позволяет получить разговор от начала до конца, вне зависимости от того, был ли переведен вызов или нет. По тексту я более полноценно отвечу на этот, раскрою, что такое сценарий реконструкции. Также CG поддерживает большое количество аудиокодеков. Это G711, 723, 729, GSM и широкополосный 722. Перейдем непосредственно к цене и тестированию. Покупкой нового оборудования неплохо бы его предварительно протестировать. Поэтому в программе CG предусмотрен бесплатный период тестирования сроком на 30 дней без ограничения доступного функционала. То есть человек может 30 дней бесплатно пользоваться программой и решить для себя, стоит ли ему использовать и дальше работать, и приобретать лицензию на данную программу. Программа стоит достаточно дешево, всего $119 за одну лицензию. На рынке это достаточно. К слову, о простоте перехода между различными телефонными средами. Компания CIS реализовала возможность плавного перехода традиционных каналов связи TDM в VoIP за счет простой замены адаптера CG Box 130 на CG VoIP Box. При этом покупать новую лицензию не потребуется, а при использовании SIP-телефонов от компании Yalink даже не потребуется дополнительно покупать сам адаптер VoIP Box от KIS. Сама программа CG совместима с телефонами Yalink. К примеру, можно использовать телефоны других вендоров, там Cisco, Avaya, Alcatel, Tadiran, Panasonic и другие. В CG реализован удобный функционал автоматического определения IP-телефона. В разделе «Проверка IP-телефона» пользователю необходимо заполнить всего 4 поля. Это поле «Номер». Ну, обычно пользователь знает, какой у него внутренний номер. Указать набираемый номер. В принципе, протокол выбран по умолчанию SIP и порт 5060. Ну, если у человека, к примеру, телефон Cisco, он может выбрать протокол Cisco и порт. Также автоматически выбирается, можно выбрать, если на компьютере несколько их. Далее нажимаем кнопку «Начать анализ», совершаем исходящий вызов с телефонного аппарата, и программа сама определит IP-адрес и MAC-адрес телефона, и нам остается только
подтвердить результат проверки, и далее все вызовы начнут записываться программой. То есть пользователь без знаний IT, без глубоких знаний в IT и технологии сможет спокойно и быстро настроить программу. Поговорим о возможных сценариях работы. Их будет 5 штук. Начнем с сценария номер 1. Это запись VoIP телефона с поддержкой функции Span2PC порт. Используя VoIP телефон с поддержкой данной функции, который подключается в PC-порт телефона, осуществляется его настройка, как было на предыдущем слайде. И в этом сценарии не потребуется подключение дополнительных адаптеров и будет доступен полный функционал записи разговора. То есть будет фиксироваться время, номера, которые использовались во время разговора, продолжительность, дата, название файла. Сценарий номер 2. Запись VoIP телефона при помощи адаптера CG VoIP Box. Используется VoIP телефон без поддержки функции Span2PC порт. Телефон в данном сценарии может получать питание от POE. И так в данном сценарии доступен полный функционал. Хранится полная информация о вызове на персональном компьютере, либо где-нибудь там на сетевой папке, или в глобальной системе записи CCM. Сценарий номер 3. Запись с аналогового телефона при помощи CG Box 130. В данном сценарии вызов запись с аналогового аппарата. Аналоговый телефон включается в порт фон на CG Box 130, а линия от станции подключается в порт Line. Это, как показано на скриншоте, не на скриншоте, на картинке. Сам персональный компьютер имеет установленную программу CG, подключается через USB-порт к адаптеру. Во время записи разговора программа сохраняет полную запись, полную информацию о вызове, в том числе Caller ID также хранит. Сценарий номер 4. Запись цифрового телефона при помощи CG Box 130. Запись разговора осуществляется непосредственно с трубки цифрового телефона. И получается, что CG Box 130 подключается в разрыв цифрового телефона. То есть трубка и блок питания, и блок телефона подключается в соответствующие порты. Это порт IN и порт OUT на стороне адаптера. Из-за такого тогда подключения программа не фиксирует номер вызываемого и вызывающего абонента, но при этом время, продолжительность разговора будет записано. Единственное, что мы теряем, это номера абонентов. Последний сценарий, номер 5. Это CG работает как одна из точек глобальной системы записи Crystal Centralized Payment System. Как видно на картинке, в качестве конечных точек филиалов могут уступать все три вида комплекта. Это чисто программная запись разговора CG, программное обеспечение с адаптером CG Box 130 и программное обеспечение с CG VoIP. Вызовы со всех точек будут записываться и отправляться на CM-сервер по защищенному протоколу PCI стандарт. Все пользователи CG системные администраторы могут в реальном времени настраивать и выполнять мониторинг системы через веб-интерфейс. Закрепим рассказанное ранее. CG доступен в трех вариантах. Первый. Только программное обеспечение CG для программных телефонов, USB-телефонов и VoIP-телефонов с функцией Span2PC порт. Второй вариант. Программное обеспечение с адаптером питания CG Box 130 для аналоговых телефонов и для цифровых телефонов. Программное обеспечение с, третий вариант. Программное обеспечение с адаптером CG VoIP для VoIP телефонов, которые не поддерживают функцию Span2PC порт. Ниже представлены их картинки. На нашем стенде можно более внимательно на них посмотреть вживую. Основные характеристики программы CG. Работает она с операционной системой Microsoft Windows. Это XP, 7, 7, 8 из 10 версии. Полностью защищенное решение на основе шифрования файлов.
Поддержка множества языков, в том числе русский язык, тоже также поддерживается. Простой в использовании графический интерфейс, совместимый с любым телефоном, как аналогом, так и ВАИП-телефоном. Записи хранятся на жесткий диск персонального компьютера в формате WAV или MP3. Это можно выбрать в настройках самой программы, в каком формате записывать. Автоматическая ручная запись входящих и исходящих вызовов, архивация и сохранение на жесткий диск персонального компьютера или сетевую папку. Как я уже говорил ранее, CG имеет большое количество критериев для поиска записей. Перечислю некоторые. Это поиск по времени от и до, поиск по длительности вызова, поиск по комментариям, по отметке важности, по имени пользователя, по внутреннему номеру, по caller ID, вызываемому номеру, и по набранным номерам. Основные функции CG, которые стоит отметить. Во время разговора могут быть добавлены заметки, примечания, в автоматическом или в ручном режиме записи разговора. CG записывает файлы разговоров с высокой степенью сжатия для экономии дискового пространства. Можно выгрузить на компьютер информацию о хранимых разговорах в файле Excel. При этом вся информация о разговоре будет выгружена. Сохраненные разговоры можно отправлять по электронной почте, видеовложение и архивировать для дальнейшего использования. Также вся информация о разговоре будет отправляться автоматически. Выгрузка записанных файлов, удаление записываемых файлов. В настройках CG можно задать минимальное и максимальное время записи. Переходим к проигрывателю CG. Интерфейс проигрывателя имеет следующие элементы управления. Это удобный поиск большим количеством критериев, отображение текущего и общего времени записи, возможность включить циклическое воспроизведение записываемого файла, отображение типа вызова, входящий или исходящий вызов, отображение номеров. Вот ниже справа приведен скриншот непосредственно проигрывателя программы. Поговорим немножко о возможностях проигрывания, о его элементах управления. Доступны такие возможности, как перемотка записи вперед и назад, воспроизведение, паузы и остановка, навигация по записям, регулировка громкости, ну и опять циклическое воспроизведение. Сценарий реконструкции. Сейчас поподробнее поговорю о нем. В колл-центрах операторы обычно совершают большое количество вызовов каждый день, и им необходимо обрабатывать запросы клиентов относительно жалоб, консультаций и тому подобное. Даже хорошо подготовленный сотрудник может столкнуться с неразрешенными вопросами, для решения которых потребуется обратиться за помощью к руководителю. В этом случае, как правило, вызов клиента ставится на удержание для совершения вызова начальнику или подключение его в режиме конференции. Традиционная система разделяет такой разговор на несколько записей, сгруппировать вместе для получения целого разговора. CG предоставляет сценарий реконструкции, который позволяет получить полный разговор из нескольких вызовов от начала до конца, независимо от того, когда вызов был поставлен на удержание или был переведен. CG выделяет между собой вызовы определенным цветом. Как раз этот случай представлен на скриншоте. Как видите, было совершено 3 вызова с одного телефона в один момент времени, и программа выделила их определенным цветом, например, темно-зеленым. То есть вызов был поставлен на удержание, был совершен в это время и дополнительный звонок руководителю для уточнения информации. Это удобнее, чем если бы разговор не был зафиксирован, не был выделен. На данном слайде представлено окно конфигурирования самой программы. На самом верху можно выбрать тип используемого устройства. Это ВАИП-телефон, аналоговый телефон, либо цифровой телефон. Возможность выбрать сетевой карты, настройка ВАИП-телефона,
Ну и как слева видите, их большое количество настроек для резервирования, для копирования, шифрования, удержания, выбора всяких разных режимов. Ну, на следок, увы, у нас времени и не хватает, значит, то, что вы смотрите. Расскажу о глобальной системе записи разговоров от компании CIS, Crystal Centralized Management System. Это система записи разговоров, которая позволяет объединить аппаратные или программные комплексы в глобальную сеть общую. В качестве конечных точек может выступать программная система записи CG, программное смещение с адаптером CG в AI-Box или CG Box 130. Для работы CCM понадобится следующая операционная система на базе Windows, SQL Server 2008 R2, это рекомендованный производителем, USB-донгл от компании KISS, он представлен на картинке, является USB-ключом, и сама программа системы записи Crystal Gears. На данном слайде представлены скриншоты непосредственно с CCM. Первый скриншот – это основное меню управления, то есть можем перейти в проигрыватель или в настройки. На втором скриншоте представлено подключение CCM к базе данных. То есть мы указываем IP-адрес базы, IP-адрес базы данных, логин и пароль. Можно сделать тестовое подключение для проверки, мы ввели данные верно. На этом слайде показан проигрыватель, который доступен в CCM. Он практически ничем не отличается от базового проигрывателя, от CG. Ну вот я отметил красную область, где видно, что на глобальной системе записи хранится информация с разных внутренних номеров. Ну, сверху было совершено несколько вызовов с номера 202, ниже было совершено с номера 201. Подходим уже к концу. Для кого подходит решение Crystal Gears? Первое – это людям, работающим индивидуально и для которых критично записывать и хранить разговоры. Например, это фрилансеры, юристы, частные доктора. Можно подходить для домашнего использования, операторам определенных фонд-центров, пользователям облачных АТС, потому что не всегда облачный АТС предоставляет рабочий и отвечающим требованиям пользователя функционал записи разговора, сотрудникам компании, которым необходим быстрый доступ к записываемому разговору. К примеру, также могут быть пользователи Link for Business, там системы записи Skype for Business обычно стоят очень дорого, пользователям услуг Coworking, когда требуется простой и интуитивно понятный интерфейс, когда требуется записывать вызовы со всех аккаунтов на VoIP-телефоне. В завершении презентации хочу рассказать о успешных проектах компании CIS. К примеру, компания British Telecom выбрала продукцию CIS для своих клиентов. И отмечают следующие плюсы, почему стоит использовать систему записи CG. Ну, первое. Решение споров. Благодаря CG в случае возникновения спорных ситуаций клиент всегда может быстро отправить записываемый разговор со спорной ситуацией по электронной почте своему руководителю и вместе с ним начать этот вопрос. Защита персонала или работников. Ну, наверное, все сталкивались с агрессивно настроенными клиентами. Так вот, сам факт того, что разговор записывается, может заставить такого клиента вести себя более дружелюбно и нормально общаться с работником. Ну и третий, последний, но не единственный, можно простота установки. Для установки программы CG пользователю не нужны глубокие знания в IT-технологиях, как я уже говорил. Программа устанавливается буквально в два клика и к тому же имеет функционал автоматического определения IP-телефона. Спасибо за внимание. У меня
по презентации все. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. В моем выступлении, естественно, завис ноутбук. У нас Windows 10. Я уже вижу, что все устали. Вот. Но у меня, наверное, самая короткая презентация, поэтому не буду вас мучить долго. Microsoft, ты куда пошел? Я интересные вещи буду рассказывать. Я хочу рассказать о совершенно новых продуктах для нашей компании. Они в том смысле... Я так переключу. Да? Можно? Они совершенно новые для нас в том смысле, что все наши продукты, так или иначе, они связаны с IP-телефонией напрямую. То есть даже наши вот IP-камеры, как бы они поддерживают протокол SIP, и поэтому могут быть участниками коммуникационной сети. То есть у них может быть короткий номер, либо они могут быть как бы элементами или стороной видеоконференции. Но все устройства, которые мы поставляем, нуждаются, так скажем, в устройстве, к которому они все подключаются. И как бы мы почувствовали нужду на рынке в таких устройствах. И вот, как вы видите, я говорю именно о коммутаторах с поддержкой технологии ПОЕ для IP-телефонии и видеонаблюдения компании TG.net. Ну, так как все наши устройства практически поддерживают эту функцию, вот мы решили заняться, чтобы наши партнеры могли иметь возможность поставлять решения коммуникационной сети как бы целиком. Кратко о компании TG.net. Основана она 5 лет назад, располагается в городе Шэньчжэнь. В компании уже более 200 сотрудников, в принципе, это уже достаточно крупная компания, даже для Китая, и традиционно 30% из них – это команда разработчиков. Ну, на достаточно сложном рынке, насыщенном, компания показала с момента основания достаточно высокий темп роста продаж и обзавелась уже вполне внушительной сетью дистрибьюторов, в том числе в нашем лице, как эксклюзивного дистрибьютора в России. Компания TG.net она вкладывает порядка 15% годового дохода в разработку, что тоже немало очень. Фабрика компании оборудована комнатой выдержки, ну, помимо там, всех характеристик, которые представлены на слайде, оборудована комнатой выдержки, где устройства все подключаются и проверяется таким образом схемотехника. Ну и также фабрика сертифицирована по стандарту ISO 9001. При производстве устройств используются чипсеты, в принципе, ведущих компаний, поэтому таким образом обеспечивается какая-то надежность и высокая производительность. Линейка оборудования компании TG.net, она, в принципе, покрывает абсолютно практически все нужды по построению коммуникационных систем, то есть от самых маленьких неуправляемых коммутаторов до больших систем корневых коммутаторов, вот они внизу там представлены, то есть это уже совсем большие решения для оборудования там, бизнес-центров, например, либо больших офисов. Однако наша задача, вот как мы себе это представляем, несколько другая. В первую очередь продуктом TG.net мы нацелены именно на рынок SMB, и отсюда, наверное, наш подбор, так скажем, первой партии этих устройств, которые, к сожалению, вот мы не успели их привезти, чтобы показать на стендах, но вот завтра буквально уже с таможни он выпускается и уже к концу недели поступит, получается, в продажу. Вот в первую очередь это небольшие неуправляемые коммутаторы серии P1000, которая состоит из двух моделей P1005D и P1009D. Коммутаторы с 5 и 9 портами. Из них 4 и 8 портов с ПОЕ, соответственно, ну и один порт, соответственно, для соединения, ну, так называемый аплинк, для соединения с вышестоящим коммутатором. Ну, вот расшифровка модели, чтобы, может быть, в дальнейшем было проще. Буковка P, соответственно, значит, это поддержка ПОЕ. Буковка D в конце, значит, это настольное исполнение, то есть не крепится он в стойку. И последние две цифры обозначают... Первая единичка в начале, значит, то, что коммутаторы поддерживают технологию Fast Ethernet, то есть это 100 мегабит. И последние две цифры, соответственно, обозначают порты, количество портов.
Вот на табличке вы видите, что одна модель шлюза может иметь разную мощность напор, то есть это немножко две разные модели, называются одинаково. Данный параметр, как бы на него уже стоит обращать внимание, потому что он помогает подобрать оборудование, которое можно подключать к этому шлюзу. Например, вот наш телефон Т19, он имеет 3 ватта питания. Соответственно, он может использоваться с любым из этих шлюзов. Но вот, как показано на скриншоте, в настройках, в параметрах 48-го телефона нашего флагмана, он при высоких нагрузках, там, с БЛФ и так далее, может потреблять порядка 10 ватт, и, соответственно, вот средняя модель уже как бы может не хватить мощности для питания данного телефона. Поэтому вот это стоит учитывать. Далее более продвинутое оборудование, линейка P3000, которая представлена тремя моделями. Расшифровка модели также представлена на слайде. Буковка M обозначает менеджер, то есть это коммутаторы второго уровня. Цифра 3 означает, что эти свечи уже оборудованы гигабитными портами, то есть все порты с технологией Gigabit Ethernet. Ну, также есть шлюзы, которые в двух реализациях с разной мощностью на порт. И обращаю ваше внимание, что в моделях 3018 и 3026 присутствует по два оптических порта. Ну, это для соединения между либо с вышестоящим амортизатором, либо с друг другом, либо с другой сетью. И, соответственно, по 16 и 24 гигабитных порта с поддержкой ПОЕ. Оптические модули у нас также будут в наличии. Я просто их покажу на дальнейшем слайде. Ну вот, по сути, у нас есть все, чтобы вот создать сеть небольшого предприятия. Да? Имею в виду, что из нашего оборудования. То есть у нас есть телефоны, есть АТС, есть видеонаблюдение, у нас есть теперь свечи, то есть коммутаторы. Вот таким образом вы можете поставить. Ну, маршрутизаторов у нас нет еще пока, но возможно, все возможно в будущем. И таким образом вы можете построить сеть небольшого предприятия. Ну, соответственно, компьютеры вот на данной схеме, компьютеры могут подключаться через телефоны, которые все могут иметь, точнее, не могут иметь, а все имеют второй порт именно специально для этого. Но когда сеть у нас большая, распределенная, где используется очень много там коммутаторов, необходимо иметь управляющий коммутатор, так называемый, который объединяет всю сеть в единое целое. Поэтому, несмотря на нашу парадигму о коммутаторах ПОЕ, которых мы приближаем к нашим устройствам конечным, которые мы поставляем на рынок, нам в любом случае нужны коммутаторы более высокого уровня. Ну, соответственно, им не нужна поддержка технологии ПОЕ, то есть, так как они в основном соединяются с другими коммутаторами. Основная линейка для этих целей, вот мы поставляем S3000, которая состоит из двух моделей с 10 и 26 гигабитными портами, ну и по два из которых, соответственно, имеет оптический порт. Я специально не стал тут в никакие даваться технические подробности, потому что оборудование относительно простое, то есть все понятно. И данные, характеристики какие-то, если вам интересно, производительность, она указана в раздатке, которая у вас есть. Она там на последних страницах, эти шлюзы представлены. Далее серия S5000, она уже предназначена для высоконагруженных систем, так как в них присутствует поддержка до 4-10 гигабитных интерфейсов. То есть это уже вот данные свечи используются уже, например, там для сети видеонаблюдения с широкоформатным видео, с передачей широкоформатного видео. И, соответственно, вот эти интерфейсы 10 гигабитные, они используются для передачи всего этого потока в какую-то другую сеть, либо к устройству записи. Соответственно, то, что коммутатор поддерживает 10-гигабитные порты, об этом говорит вторая цифра, циферка 5. Циферка 3 следующая обозначает поддержку, в данном случае поддержку некоторых элементов управления уровня 2+, такие как, например, статическая амортизация, либо встроенный DHCP-сервер уже в шлюз. Ну, то есть это уже какие-то элементы управления амортизаторами, то есть которые они взяли от амортизаторов. Ну и по традиции далее указано общее количество портов. В случае первой модели это 24 гигабитных порта плюс 4 оптических порта. У второго шлюза наоборот. То есть если по оптике соединять все шлюзы, у него 8 обычных гигабитных портов и 24 оптических порта уже. Ну, собственно, о продуктах все. То есть вот пока мы выбрали для себя вот эти линейки, которые, по нашему мнению, покроют, по крайней мере, на первом этапе все потребности наших партнеров. Ну, можно дальше в итоге все равно говорить о каком-то расширении модельного ряда.
которая присутствует у компании TGNet. Собственно, ну, продукты все, и вот кратенько о модулях СВП, и также у нас в линейке присутствует PO-инжектор, который помогает сделать из обычного кабеля кабель с питанием по линии Ethernet. То есть если у вас уже проложен какой-то шнурок там, до камеры, в принципе, в помещении, вы можете из него сделать шнурок, который поддерживает PoE. То есть этот инжектор подключается к электрической сети и, соответственно, выдает уже питание по PoE. Некоторые success stories, ну, как бы, которые говорят о некотором признании все-таки этого оборудования. Понятно, что для российского рынка оно неизвестно, и строить на незнакомом оборудовании сети ваших предприятий, конечно, боязно. Но вот, вот эти success stories, возможно, как-то вас настроят на более позитивный лад. Оборудование компании TGNet используется на почте Китая и в местном банке, Bank of Communication называется. Там были еще несколько слайдов success story, но, к сожалению, я не смог перевести китайский иероглиф и не понял, что это за заведение, так скажем. Ну, также о некотором признании говорят награды, которые компания уже получила. Ну, правда, пока здесь также в основном присутствуют награды с местного рынка, с китайского. Ну и последнее, что надо сказать, то, что оборудование, они получили все сертификаты, необходимые для продажи по всему миру, ну и в том числе сертификат Таможенного союза, который необходим для продажи в том числе и в России. Ну, как я говорил, уже оборудование поступит в ближайшие дни уже к нам на склад. Мы откроем карточки на сайте и как бы разошлем в остатках. Все, спасибо. Здесь вопросы? Коллеги, добрый день еще раз, с кем не виделись. Спасибо Евгению за выступление. На самом деле мы сейчас хотим провести еще один короткий доклад. Тимур Гельмаев, главный специалист ОМТТ, хочет рассказать про агентский канал продаж. Это действительно короткое выступление. Объясню почему. На самом деле в 14.30, а не в 14, как по программе, намного комфортнее обедать в столовой, поэтому мы немножко затянули эту часть. Перерыв мы решили сделать 45 минут до 15.15, и ровно в это время начнется, соответственно, наш следующий блок. Это будет выступление партнеров, которое как раз открывает Тимур и представит вам свой рассказ. А немножко про систему на обед. Система такая, что вы получите специальные талончики, их можно взять вот у Ани, которая на ресепшене. Они, по сути, работают как деньги. На них можно купить либо комплексный обед, либо просто оплатить часть любой вашей покупки в столовой. Вот, приятного аппетита, и сейчас выступление Тимура. Всем здравствуйте. В первую очередь хотел бы сказать спасибо компании Vimatic, что предоставили возможность перед вами всеми выступить. Вот. Я представляю компанию МТТ, межрегиональный транзит телеком, ну, федеральный оператор связи. Многие, наверное, уже знакомы с нашими услугами, кто-то может и нет. Ну, я представлю несколько наших крупных клиентов, которые, в принципе, наверное, пока что компания действительно серьезная. Это Сбербанк, это горячая линия Эльдорадо и Тинькофф Банк. Вот. На данный момент по нашей партнерской схеме работает порядка 600 агентов по России. Доходы там варьируются, но есть наиболее успешные партнеры, ежемесячно получают там, от 50 до 200 тысяч рублей, ну, на таком пассивном канале заработка. Вот. Что изменилось? Там, может, кто-то уже действующий, наши партнеры, кто-то еще только там интересовался. Теперь мы работаем как с юридическими лицами по партнерской схеме, так и с физическими лицами. Это через проект консента. Более подробно там будет информация в раздатке, которую я оставлю. Вот. Что за услуги мы сейчас реализуем по агентской схеме? Это номера 8800. Ну, в принципе, наши клиенты – это все компании, горячие линии, у которых начинается там с 8800-3-5, 8800-3-3. Это наш диапазон номеров. Также аналогичная услуга, но более доступная и при этом менее, наверное, все-таки раскрытая. Это номера 8804, код. И ну, ее также можно реализовать по агентской схеме. Следующие услуги – это услуги продажи городских номеров. На данный момент 18 городов. К концу этого квартала будет порядка 56 городов. Ну и к концу года мы будем присутствовать во всех городах с населением более 250 тысяч. То есть ну, номерная емкость у нас появится. Вот. Также реализуется просто ну, VoIP-телефония и виртуальный АТС. От нашей компании также можно продавать по партнерской схеме.
Что подразумевает партнерская схема, какое вознаграждение? Я оставлю также в раздатке, там в цифры сейчас вдаваться не буду, потому что, наверное, все уже устали. Каким образом привлечение клиента выполняется по нашей партнерской системе? Это мы разработали API и реферальные ссылки. То есть вы можете на своих ресурсах разместить наши реферальные ссылки. Клиенты, которые подключатся у нас, будут считаться привлеченными вами. И, соответственно, витрина – это полностью размещение нашего продукта на своем сайте. То есть полностью покупка будет выполняться на вашем ресурсе. Ну, наверное, это такая основная вся информация. По поводу вопросов там, и раздатки, конечно, во время обеденного перерыва я все расскажу и, соответственно, выдам, если кого-то заинтересовало. У меня все. Спасибо еще раз. Спасибо. Коллеги, приятного аппетита. Тогда в 15:15 ждем вас здесь, и все продолжится новым интересным выступлением наших партнеров.